Европейский Союз обдумывает конкретные узконаправленные меры в отношении Камбоджи. Об этом в понедельник сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. По ее словам, причиной стали недавние выборы в камбоджийский сенат. Все места в нем, как предполагается, отошли правящей народной партии. В свете этих событий Еврокомиссия уже решила приостановить финансовую поддержку Камбоджийской центральной избирательной комиссии. Это поддержали министры. Выборы не могут быть демократичными, если главные оппозиционные партии запретили в них участвовать. Премьер-министру страны Хун Сену и ряду высокопоставленных чиновников теперь грозят санкции со стороны ЕС. В ноябре прошлого года суд по требованию властей распустил главную оппозиционную партию национального спасения Камбоджи. Ранее арестовали лидера этой политической силы. Его обвинили в подготовке государственного переворота, который он якобы планировал при поддержке США. В ЕС говорят, что пересмотрят торговое соглашение с Камбоджей, которое подразумевает устранение пошлин и создание единого рынка. Необходимо пересмотреть нашу программу развития и кооперации в Камбодже, чтобы обеспечить укрепление демократических принципов и уважение прав человека. Отметим, что правящая народная партия Камбоджи была создана на основе провьетнамского крыла Компартии. Ее председатель Хун Сен – второй по длительности правления лидер государства в современной Азии.